хотела стать рекою, и чтобы там солнце купалось. Я хотела стать сама собою и сама в себе потерялась. Ну просто это такой возраст, и мне немного страшно, что же теперь дальше. В большом приморском городке главврач клиники Сергей Теркулов буквально творит чудеса, но своей беременной жене он помочь не в силах. Едва родившись, младенец умирает на руках отца. Именно в этот момент судьба сводит Теркуловых с Софьей Зимовец. Ее муж, моряк дальнего плавания, 3 года назад пропал без вести. Чтобы достать денег на лечение больного сына, женщина решается на кражу. Узнав, что сыну Софьи стало плохо, врач мчится спасать его. Держись, племяш. Держись. Доктор уже едет, он поможет тебе. А если не успеет, я умру? Я тебе умру. Да ты не думай об этом. Ну-ка, давай. Где твоя фишкалка? Еще раз. И... А? Так, еще, еще. Ну? Ну как, полегче? Еще все без толку. Черт, зараза. Ну, потерпи, потерпи, потерпи. Ну, где ж тебя носит? Ай, болит, черт. И мамка твоя так не вовремя попалась. Я тут отдуваюсь изо всех. Ни документов, ни мобильника. Всякая мелочь. Косметика. Ну тут не дура же она, чтобы с собой на дело паспорт брать. Я вам сама могу сказать, кто я и откуда. Ну возьмите с меня какую-нибудь подписку и отпустите. Мне нужно домой. Чего? А нам, значит, не нужно. Мне, может, тоже сейчас бы хотелось домой, к бабе под бочок. У меня ребенок дома больной. Я должна быть с ним. Угу. Ребенок у нее. А раньше нужно было о детях думать. Пойдем, дорогуша. Пошли. Эй! Сюда! Сюда, быстрее! Стой! Стой! Быстрее! Совсем задыхается, пацан, быстрее! Давайте я вам помогу, доктор! Быстрее! Стоять! Иди сюда! Ну все, отдыхайте! Если что, имейте в виду, долго разбираться не буду. А мы по-быстрому любим. Опа-на. Еще одну привели. Эй, ты, тебя где взяли-то? А? Ау! Че молчишь? Где свинтили тебя, говорим? В каком кабаке, под кем работаешь? Что значит под кем? А что, сейчас дурочкой прикидывается? Разговорим, ночь длинная. Терпи, боец. Сейчас. Сейчас дышать будет легче. Вот так. Доктор, а можно узнать, что вы ему колите, а? Раствор эофилина и глюкозы. Снимает бронхоспазм, помогает восстановить дыхание. О, здорово. Слушайте, а можно ему двойную дозу вколоть, чтобы больше не повторялось? Ты молодец, крепкий парень. Как начался приступ? Да, практически ни с чего.
И ингалятор этот совсем не помогает. Нужно было вызывать скорую. Да вы знаете, у него эти приступы чуть ли не каждый день. И мы всегда как-то сами справлялись. А сейчас... Слава богу, что вы приехали, а то бы мамка его меня просто убила. А где она, кстати? Мне необходимо с ней поговорить по вопросу госпитализации мальчика. Как вы хотите его забрать в больницу? Не-не-не-не, в больницу его нельзя, нет. Да. Мамочка читает мне морали про хорошее поведение, а сама пьет, как сапожник, не закусывая. Тебе что так, тетю Олю жалко? Представь себе. Я не вижу никакого повода для иронии. Мам, ну они теряют ребенка уже в третий раз, пора бы уже привыкнуть. Миш, откуда в тебе столько цинизма? Было бы неплохо, если бы другие имели его побольше. Они оба врачи должны понимать, что у них ничего в этой жизни не выйдет. Ты сначала колледж закончи, а потом рассуждай. Люди мечтают о ребенке. Это главная цель их жизни. Ты так говоришь, потому что у тебя цели нет. Ответь мне, есть в мире хоть что-то, к чему ты по-настоящему стремишься? Слушай, мам, только не надо сейчас про образование, карьеру, учебу. Я это все 100 раз уже слышал. А ты что думаешь, что я тебя буду всю жизнь поить, кормить, одевать, обувать и еще давать деньги на развлечения? Я много-то у тебя не прошу. А я многого и не могу. Я и так из кожи вон лезу, чтобы мы жили достойно. А ты заведи себе мужа. Пускай муж пашет, ты красивая женщина. Спасибо, конечно, за комплимент, но тебя-то я замуж выдать не смогу. Ну, в моем случае можно жениться на какой-нибудь богатой дурочке. А лучше самому быть не дурачком. Ты внук академика Вяземского. И можешь стать его наследником. Но только ты должен доказать ему это. Мам, а у него другой альтернативы нет. От Теркуловых он внуков не дождется. В итоге что? Я остаюсь единственным, и все достанется мне. Слушай, давай на сегодня закончим этот разговор. Время уже позднее, спать пора. Мне все-таки на учебу завтра. Давай. Спокойной ночи. Пока. Иди. Но только обо всем подумай еще раз. Дяденька доктор, не надо в больницу. Мама очень сильно расстроится. А у нее сейчас и так много проблем. Ну, это хорошо, что ты беспокоишься о маме. Это по-мужски. Но они же женщины. Мы должны заботиться о них. Вот у вас есть сын. Он заботится о своей маме. Нет, у меня сына нет. Но он обязательно будет. Если он вырастет таким, как ты, я буду очень рад. Но в клинику все равно нужно поехать. Пообещай мне, что когда мама вернется, ты вместе с ней поедешь в клинику. Ну, я не знаю, когда ее выпустят из полиции. Из полиции? Да, арестовали ее по недоразумению. Ты че? Ты кого тут из себя строишь, а? Тебе что, западло поговорить с нами? Мне не до разговоров сейчас. Отвечай, когда с тобой разговаривают! Эй! Дарите трясу! Девки! Отвалите от нее! А чего она сама? Я ее не трогала! Я ее знаю, она из рыбацкого поселка, она не по нашей части. А че ее к нам притащили? А ты пойди у ментов спроси. Она мать-одиночка, у нее сын болеет. Так бы сказала сразу. Садись. Никто тебя здесь не тронет. Спасибо, но я сама могу себя защитить. Наш человек. И я не мать-одиночка. А где твой муж? Почему он тебя еще не вытащил отсюда? Он... Его нет в городе. И в стране он... Это долгая история. Я не хочу сейчас об этом говорить. Thank you.
Ты опять здесь? Сколько же можно уже? Жалко мне, понимаешь ты или нет? Ну, всех жалко. За всех же не наплачешься. Не всех жалко. Вон Алиску с 204-й, ее не жалко. Угу. Ольга Михайловна в третий раз родить не может. А это сама не хочет. Ну и что, что она не хочет? Это же ее дело, в конце концов. А у ребенка, которого она отравила, было право родиться. Аборт, видите ли, не успела сделать. Так она наглоталась таблеток и в ванну горячую залезла. Варварство какое-то. Ребенка чудом сохранили. Ну и что, что они его сохранили? Все равно она его в детский дом отдаст. На Сергея Борисовича сегодня вообще было больно смотреть. Такой хороший человек. Стольких детишек от смерти спас. А своего все никак не дождется. Ладно тебе, перестань. Может, и дождется. А может, и от другой жены. Что ты несешь? Что здесь такого, если одна жена родить не может? То мужик найдет себе другую, понимаешь, которая сможет. Моя мама, правда, ни в чем не виновата. Она не воровка. Ее теперь в тюрьму посадят. А ну, прекращай. Тебе нельзя волноваться. Давай так. Я завтра поеду к твоей маме, передам от тебя привет и постараюсь сделать все возможное, чтобы она побыстрее вернулась домой. А еще я скажу, что ты был молодцом, вел себя как настоящий мужчина. А теперь поправляйся, чтобы ты встретил маму совершенно здоровым. Ладно? Спасибо большое. Не за что. Проследите, чтобы мальчик соблюдал постельный режим. Щелочное питье и никаких волнений. Вот телефон. Она забыла его у меня на столе в кабинете. Спасибо вам, доктор. Скажите, я не мог вас видеть раньше? Мне кажется, ваше лицо знакомо. Ну а как же? Я же какое-то время работал охранником у вас в клинике. А. Да, я понимаю. Теперь понимаю. Ну, всего хорошего. Если что, вызывайте скорую. Спасибо вам, доктор. До свидания. Нет, ты посуди сама. Жена лежит здесь, а Теркулов куда-то свалил на весь вечер. Марина, он занятой человек, он главврач клиники. У него могут быть другие дела. Какие могут быть дела? Когда жена его здесь, он вообще не должен от нее отходить, да понимаешь? Тише ты, что ты несешь? Ну, слепым надо быть, если не видишь, какая у них любовь. Ну, ну, о такой любви мечтать только можно, Марина. Если нет детей, то что мешает присмотреть другой вариант? Тише ты. Вдруг она услышит сейчас все это. Пожалуйста, ее сон надо оберегать. Чем больше она проспит, тем позже она узнает о своем несчастье. Пожалуйста. Послушай, но она ведь все равно узнает. Просто отключился. Он же до этого 2 ночи не спал. Потом операция, отдежурил, потрясение. Он же тоже не железный. Ему тоже нужно отдохнуть. Значит, он отдыхать будет, а мы его жену караулить, да? Да нормальный, любящий муж после такого не знал бы ни сна, ни покоя. Марина! Как она? Все хорошо, Сергей Борисович. Не просыпалась еще. Хорошо, вы можете идти, я побуду с ней. Если вы не хотите отдохнуть. Я в порядке, если что, я вас позову. Thank you.
Дядь Гриш, можешь ты в моей комнате поспать? Мама так иногда делает. Кладет матрас на пол. На пол? Да. Не, я в соседней. А ты чего, боишься? Ну да. После приступа бывает страшновато. Вдруг во сне и задохнусь. Да ладно тебе, Тарас. Я же буду рядом, и потом я храплю страшно, сам знаешь. Убежишь от меня ночью в соседнюю комнату. Я убегу. Ну, пожалуйста. Я дверь открытой оставлю, а? Услышу, если что. Договорились? Договорились. Давай, бери мартышку и спать. Спокойной ночи. Дядь Гриш, а доктор правда говорил, что мама вернется? Конечно, правда. Он же главврач самой крутой клиники у нас здесь в городе. Такой врать не станет. Давай, ложись спать. Набирайся сил, чтобы мамка завтра приехала, а ты у нас как огурчик. Договорились? Ну все, спокойной ночи. Как думаешь, ты тут надолго? Сын-то твой сейчас с кем? С братом мужа. Это хорошо, что хоть кто-то есть. Понимаешь, он такой человек, без царя в голове. Да на него вообще положиться нельзя. Я из-за него-то сюда и попала. Ух ты, это как? Прости, я не хочу об этом говорить. Мне стыдно за то, что я сделала. Ну, не хочешь, не рассказывай. А я ничего не скрываю. Вляпалась по глупости. Приехала в город на заработки. Ну, вот меня и взяли на работу. Есть вот такие козлы, Стасик и Владик. Облапошили, как последнюю лохушку. Документы выманили, как будто бы для подписания договора. Ну, а теперь я у них в заложницах. Все пути назад перекрыты. Да нет, так не бывает. Но все равно же есть какой-нибудь способ вырваться. Да я только об этом мечтаю. Мечтать не вредно. Ну-ну. Вредно сбегать от Влада со Стасом. Для здоровья. Они его сильно попортить могут. Вас никто не спрашивает. И попробуйте только стукануть. Я вам быстро по башке настучу. Слушай, насчет того, чтобы отсюда дернуть, у меня есть одна очень хорошая идея. Хорошо, он не должен был умереть. Ничего не понимаю.
Почему это происходит? Девочки, подъем. Погостили, пора и честь знать. Че, все, что ли? Ой, мальчики, нам будет вас не хватать. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вот увидишь, до следующего раза и соскучиться не успеем. Вот и я так думаю, что разлука будет недолго, но место встречи изменить нельзя. На выход, по одной, берем. Там-там. Пока. Увидимся еще. Павлик! Это ты, что ли? Чё тебе? Тихо, выходи ко мне. Дело есть, очень важное. Хорошо, сейчас выйду. Ну все, девчонки, валите отсюда, отсыпайтесь. Сегодня вечером у вас новая рабочая смена. Чао, мальчики, привет женушкам. Конечно, обязательно передам. Слушай, слушай, как повезло, я думала, запалимся, просечет, но что-то не Оксанка. Ты видела его, он тебя в двух шагах от генерала своего не отличит. Спасибо за все, девочки, вы мне так помогли. Идея с переодеванием отлично сработала, а то не знаю, сколько бы еще пришлось времени провести в тюрьме. А вот и мой автобус, мне надо бежать к Тарасе. Давай, мать героиня, давай. Еще увидимся. Бейсболку-то верни. Поймала. Привет, Павлик. Ты мне друг или портянка? Ну, друг, конечно. Тогда должен мне помочь. Мою маму посадили в тюрьму. Да ладно, врешь. Честно, надо ее спасать, вытаскивать оттуда. А как? Я сам пока не знаю. Но надо ехать в город, в полицию. А по дороге все придумаем. А на чем ехать-то? У меня денег на маршрутку нет. Может, на велике поедем? А у меня велика нет и денег нет. А мы на моем поедем. Я тебя на багажник посажу. Только это, подожди, мне переодеться надо. Давай быстрее! Карен, подожди. Я отключился. Ты был у Оли? Где? Как она? Спит. Ты бы прилег хоть на диван, слушай. Да я тут карту заполнял.
Я снова все перепроверил, Карен, пересмотрел. Анализы, назначение. Оля должна была родить ребенка. Ты в таком состоянии ничего решать не можешь. Понимаешь как? Тебе надо успокоиться. Слушай, может быть, поедешь домой, а? Успокоиться, выспиться. Оля еще несколько часов будет спать. Может, все-таки я ошибся где-то. Что ты, господи, ты боже мой, что ты на себя наговариваешь, брат? Возможно. Если Ольга нездорова, значит, я плохой врач. Успокойся, брат, что с тобой? Пойду к ней. А ты займись своими делами, у твоей высоцкой гемоглобин. Спишь еще? Вставай, чего на завтрак мутить будем? Племяш! Тарасик! Тараска! Тарасик! Ты где? Черт, куда он подевался? Пока она не проснется, ты ничем не можешь помочь. Лучше иди домой. Выспись, примешь душ, побрись. Делай это ради нее. Карен, я хочу побыть с ней. Молодой, не понимает. Слушай, если ты думаешь, что она проснется и будет рада увидеть твою немытую рожу, ты ошибаешься. Я здесь, медсестра здесь. Если что-нибудь, я позвоню. От этого ложка ни слуху, ни духу. Пока ничего. Так и знал, что нас кинет. Гришке нельзя верить. Ты же знаешь, кто нас кинет, тому не жить. А деньги нам все равно отдаст. Да еще и с процентом. Ну, если, конечно, не налажает. Угу, вернет. Если не свалит куда-нибудь, не зашкерится. Ха, не зашкерится. Вон он идет. Где пацан? Где мой племянник? Ты че, Гриш? Как тут пацан? Это вы его похитили, гады. Вы не понимаете, что вы делаете. Он больной, он задохнуться может насмерть. Где вы его прячете, козлы? Че сказал? Ты че здесь? А че он? Давай. Смотри.
все нормально, ребят. Извиняюсь. Продолжаем, ребят, повздорили. Пошли уже. Ребята, повздорили, не обращаем внимания. Чё, вышел из нокаута, соображать можешь? Придурки, племяш у вас или нет? Да не знаем мы, где твой пацан. Нам заложники не нужны. Ты и так отдашь все, что должен. А если нет, всем зимовцам капец, ты знаешь. Мы разбираться не будем. Да как я вам отдам? Вы же знаете, мне товарищ не прибыл. Ну, тогда давай, решай вопрос. Мы как договорились, либо в недельный срок отдаешь полтора раза больше, либо... Отчет пошел со вчерашнего дня. Время идет, Гриш. Не теряй его даром. Пишите. Фамилия, имя, отчество. Добрый день. Здрасте, подождите. Значит, дата рождения. Вы по какому вопросу? Я хотел кое-что узнать. Вчера вам была доставлена женщина из клиники «Надежда». На нее было подано заявление о краже. Ну да, была такая. Так, паспорт, серия, номер. А вы кто будете? Я главврач этой клиники. Охрана задержала женщину в моем кабинете. Я бы хотел с ней поговорить. Она сейчас на допросе у следователя. Кем когда выдан? Скажите, а я могу поговорить со следователем? Ну, конечно, можете. Вы же потерпевший. Здесь не надо заполнять, я потом сам впишу. Простите, скажите, пожалуйста, а со следователем я могу поговорить где? Значит так, сейчас проходите прямо, потом налево, поднимаетесь по лестнице, 105-й кабинет. Ага. Следователь Мельникова Анна Демьяновна. Следователь Мельникова? Мельникова? А что такого? Нет, ничего. Это хорошо, что женщина следователь. Она меня поймет. Спасибо. Заполнили? Дайте посмотрю. Мам, а мы с Павликом ехали тебя спасать. Ладно,
Раз уж все хорошо, я пошел. Конечно, Павлик. Спасибо, что хотел помочь. Да ладно, мне не сложно. Если что, зовите. Обязательно. Стой! Черт. Спасибо, Паша. Ты настоящий друг. Ты тоже. Пока. Пока. Пойдем. Значит, вы подтверждаете, что все происходило именно так, как написано в заявлении начальника охраны клиники? Угу. Подтверждаю, подтверждаю, да. И что же вы там собирались украсть? Все. Ну, что под руку попадется. Да. Разрешите? Здравствуйте. Мне сказали, что я могу к вам обратиться. А вы, простите, у нас кто? Я главный врач клиники «Надежда» Теркулов Сергей Борисович. Я хотел бы поговорить с женщиной, задержанной в нашей клинике. Пожалуйста, говорите. Вот она. Здравствуйте, гражданин потерпевший. Здравствуйте. Простите, это не та девушка. Я вижу ее в первый раз. В жизни. Пойдем. Да нет, мам, ты не можешь так идти. Спасибо тебе. Давай. Подожди. А что этот хороший дядя, про которого ты рассказываешь, делал у нас дома? Да вот так, приехал просто. Проверить. Сынок, зачем ты мне врешь? Тебе стало плохо? Скажи мне, у тебя был приступ? Ну так, немножко. Все ясно. Хорошо, придешь домой и все мне расскажешь. Нет, ну это просто какая-то комедия. Ну да, я не та задержанная, которая вам нужна. Ну, одета она как-то. Нет, ну вы зацените, как я вас развела. А я бы на вашем месте так не веселилась. Ой, да ищите свищить теперь вашу красотку. В КПЗ переоделась. А вы вообще знаете, что вам может грозить за помощь в совершении побега? Ой, да ничего мне не будет. Я прошу прощения за эту идиотскую ситуацию. И поверьте, мы сделаем все возможное, чтобы найти и задержать воровку. Видите ли, вы не ищите ее. Я бы хотел забрать заявление. О! В каком смысле? Произошло недоразумение. Никакой кражи не было, а следовательно, нечего поднимать шум. Вы простите за доставленные хлопоты. Пожалуйста, но вы в этом уверены? Конечно. Я готов написать заявление, что я не имею претензий к задержанной. Пожалуйста, пишите. Класс. О, как надо дела закрывать. Тебя это не касается. И за твою выходку с подменой я тебя еще на сутки оставлю. Ой. Доставляйте, пожалуйста. Кормят у вас здесь замечательно. Контингент веселый. Так что оставляйте хоть на пятнашку. Ну как ты додумался после приступа поехать на велосипеде? Я же не кататься, тебя спасать. А если бы с тобой в дороге что-нибудь случилось, кто бы тебя спасал, Павлик? Ну, мам, все же обошлось. Ну, ты понимаешь, что это не шутка, что ты можешь... Господи, что все это серьезно, Тарасик. Ну, мам, все хорошо, все нормально. О, вы уже здесь? Ну, отлично. Из-за тебя у Тарасика приступ случился. Ты дал ему сбежать из дома, у тебя все отлично. Паразит, бестолочь! Сонечка, если тебе станет от этого легче, то меня сегодня уже били. Я получил за все. Гриша, когда же ты поумнеешь? Сонечка, подожди, а как ты умудрилась сбежать, а? Мир не без добрых людей.
Ну, прости меня, я дурак. Я идиот, я все испортил. Да, я хочу сказать тебе, ты прекрасно выглядишь в этом платье. Уйди с глаз моих! Подожди, прости. Мы в домике. Thank you.